Я прилетел сюда, зачем-то на ночь глядя, и смертным боем бьюсь гостиничную дверь. Но как повымерли за стойкой эти тети, конечно, дрыхнуты. Куда же я? Теперь я бью сильней, но это слабо помогает. Скажите, граждане, куда же я попал? Я поражен, с меня никто не вымогает. А я бы дал, клянусь здоровьем, я бы дал. Я здесь стою один, как тень на полустанке, закутанный в халат, на лавке спит узбек. Эй, кто-нибудь, прошу, откликнитесь, гражданки, последний раз прошу, пустите на ночлег, откройте дверь. Я очумел от перелетов, во всех портах обледенение полосы. Вы что, обледенели? Эй вы, кто там? Давно за полночь пробили часы. Закрыто крепко все, на крючья и засовы. Я начинаю стоя сладко засыпать. Последний шанс иссяк, остались только вдовы. Они меня поймут, но где их раскопать? Я чем-то стал похож на волка-одиночку. Болит, как раньше, с перепою голова. Я мог бы подарить вдове такую ночку, но где же ты, моя веселая вдова? По улицам иду, заглядываю в окна. Вдруг женский голос тихо просит закурить. Я всем своим нутром до самых пяток ёкнул, и с перепугу сердце вдруг начало шалить косметикой. В меня пахнуло дуновение, как свежий ветер в растворенное окно. Уж если есть на свете чудное мгновение, я сразу понял, это именно оно. Пока свечой горела спичка, мы молчали. Когда ж ее огонь беспомощно погас, я ей сказал, что в ней души уже не чаю. И эта ночь, увы, свела навеки нас. Она мне отвечала что-то в том же стиле и прошептала тихо, сев на чемодан, в гостиницу меня сегодня не пустили. И вот теперь согласна хоть куда. Я прикусил язык совместно с сигаретой и тоже сев на свой раздувшийся портфель, доверчиво вещал: скажу вам по секрету, я 5 минут назад стучался в ту же дверь. Мы хохотали заразительно и звонко и подавали нежелательный пример. Она была вполне приличная девчонка, а я еще вполне приличный кавалер. Кварталы, дворы стихали и пустели, и город вскоре обессилевший затих. Как не хватало нам всего одной постели, всего одной, но только на двоих. Как жаль!